Друзья, привет! Не забудьте, завтра вебинар 20 часов. Покажу алгоритм, ну, очень хороший, и каждый из вас ухватит то, что ему нужно для того, чтобы выходить на нулевое состояние и там переходить в поток, и в этом потоке замечтаться о желаемых переменах в себе и в будущем, и включить иммунитет, и включить творческие качества, которые ранее были еще в дремлющем состоянии. И вы сразу заметите, что и на смены погод легче реагируете, и быстрее находите контакт и между собой, и детьми, и сможете делать то, что раньше делать не могли, а сейчас делать сможете. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь сейчас на YouTube, кто не подписался, на Telegram, кто не подписался, смотрите там все под роликом, все контакты. И смотрите, я к вебинару уже подготовил картину. Это картина, которую мы писали вместе с некоторыми участниками нашей школы «Человек будущего», по подсказкам вашим, принимал решение сам, конечно. Мы создавали момент синергетики, и посмотрите, получился шедевр на самом деле. Всем нравится, и вам, надеюсь, тоже. И тоже научитесь подбирать себе те движения, те действия, чтобы вы чувствовали, что прямо искрится у вас на душе, что вам хочется творить, создавать, и повышается при этом иммунитет. Потому что именно когда человек занимается творчеством, раскрытием творческих качеств, тогда у него и появляется стрессоустойчивость и гармонизация межличностных отношений. До встречи, друзья. До связи.